гости нашего мероприятия, под наши дружные аплодисменты. Сегодня мы даем возможности студентам после первого, второго курса, уже со второго курса, вот соприкоснуться с техникой и технологией предприятия. Мы планируем, что наша кафедра и будет являться тем локомотивом, который даст возможность обучать молодых людей тем новациям и той научной базе, которая у нас есть, применить ее в практике. Пойдем, кто-то говорит громко.